сердцебиение мое, сопротивление твое бесполезно. Карьера до Монако 15, правда? Здравствуйте, дорогие зрители! Что ты делаешь? А, это я, походу. Так, а как этот сейчас смотрит один? Как скопировать и скинуть? А, вот, все. Так, а как этот сейчас смотрит один? Как скопировать? Так, скинуть. Что ты делаешь? Звуки? Все на 5. Да нет, так все на 5, нормально. Ставь комментаторы. Не, на 2 осталось. На 2. Один даже, чтобы вообще не было слышно. Комментатировать не буду, отключим вообще комментатор. Да, сейчас начали трансляцию уже в Ютубе. Так вы уже собрали это? Так. Звонили два раза. Что тебе все, у тебя что, время там другое? Что тебе все вечером, блядь, звонят? Поздравляю. Днюха бывает, если честно, первый раз. Насчитал 93 человека по времени. У меня в этот раз 200 с чем-то потратил в аккаунте, я считал. Ты что, тратишь так приятно это уже? Насчитал, ты видишь, так на стадионе. Просто Монако. Просто Монако вперед, блядь. У Монако сейчас бей-беги. Нет, мы сыграем от простоты в своей формочке домашней. Просто составщик, вот он вам, чисто чтобы вы посмотрели. Брат, ты скажешь, что будешь? А? Тебе скину ссылку? А, ну возьми в общий. Чё? Ну, давай, погнали наших городских. Так, начинаем. Я в красном, либо в синем. Давай, Маутини на Бакайоку. Бакайока на Бомпе. Ой-ой-ой, Лемар сразу. Ой-ой-ой. Арье. Арье сильнее. Мы сразу в коллективный прессинг. Рукав. Что травишь? Бакайока корпус вставляет. За пивом. Ой-ой-ой, сломались вдвоем. Так, выходим спокойно в контру. Эй, Реф, ты что, вообще следить не спросил? По турнир... Надо было показать турнирную таблицу. Да, люди. Конечно, это может жопа в турнирной таблице. В жопе одна, два матча, одно поражение.
И одна победа. Ты шо? Ла-лай-лай. Ла-лай-лай-лай-лай-лай. Ой, ты что, Бакайока? Да заканчивай, рефери поджимает. Нас два человека смотрят. Рефери, конечно, херню дает. Кто смотрит? Два человека. А кто? Второй этаж еще. Да как-то до нас настроить, да? Вот еще. Да. Бапа, умница, умница. А ну что ты знаешь, дай ему как бы добро. Ну ладно, смотри. Ну конечно, это чисто подхвамывает. Вот перехватит. Да заканчивай. Хорош. Еще да. И туда. Хорош. Хорош. Ай-яй-яй. Умница. Хорош, захавали. Ай-яй. Это ПСЖ, ребята, это ПСЖ. Эдисон Кувуни. Не, ну все-таки. Все-таки 4-0 они вроде в Барсе сыграли, а мы тут за Монако потели, да? Они знали Барсе 4 дать, мы значит мы сможем. 6 сейчас обгрузили. Ой, я думал, ты туда поймем будешь бегать. Сейчас еще убьемся, да? Ну, после этой жахавать что-то право дал. Спокойно, пусть подает. Хорош. Лемар. Умница. Ой-ой-ой, иди. Ай-яй-яй, накрывает той же зоне. Ничего. Мы дома, мы пока еще момента. Без момента пока. Игра без момента. Так и выдерживаем. Кавани. Хорош. Иди. Хорош! А я уже развернуться мог этому Лемару давать. Хорош, отработал. Накрыли двоих. Опа! Бакайока! Ой, умница Бакайока! Ой, иди! Иди! Ой, не бежит корпусом. Ох, Фалькао, начало сезона, он сломан, ничего, пока посмотрим, может, разбегайте. Так, все, встречаю его к страху. Умница. Та не, Реф, ну, ты заканчивай сидеть, там только что сломали, типа, ты не судишь. Фалькао нахуй ноги оторвало. Разыграли. Ой-ой-ой, между двумя ушел. Хорош, чисто поставил корпусинку. Вот на МБП. Выждал. Вот еще туда в зонку бегу. Бапи! Первый момент опасный. Пока первый момент. Так. На третьем этаже выиграл, скажем так. Эдисон Кууни хорош. А еще. Я думаю, еще. Первый тайм доиграет, да, Эдисон Кавани? Пока от него пользы ноль в этом матче. Но ничего, ну, человек не... сломался и продолжает играть. Ой, умница. Вот Эдисон, второй тайм. Первый опасный момент. Да, уж. Хорош. Ай-яй-яй. Хорош, тут же накрыли Бакайока. А не, Рэй, дай провести. Первый тайм пока наша сторона еще, я думаю. Наша сторона, когда гол забил. У нас уже штанга была, мы уже близко.
Так, так надо отдохнуть, да, что он до конца. И я думаю, пока замены сняты. Сейчас подруги. Хорош, хорош. Опа, опустились. Ой-ой, хорошая атака. Хорошая атака со стороны ПСЖ, но защитники в Монако не отстают. Спокойно выходим из своей штрафной. И хорош. Умница. Давал нам БП. Все, все, накрыли. Хорош. Хорош. Ой, Бакайока сразу накрывает, 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 накрывает. Там, там, там. Хорош. А? Эй, ногам, хорош. Эй, Сулеймара сломал? Заканчивайте. Так, угловой. Нет? Арье достал. Ну, что значит читерский игрок 18. Лемар, надеюсь, ты продолжишь матч, потому что травма Лемара и Фалькао. Лемар? Лемар. Трансферное окно мы не открывали, Еврокубки у нас не были. Лига чемпионов, да. У нас в группу, кстати, Юва попалась и Арсенал, и кто-то еще не помню. И Боруссия Мюнхенгладбах вроде бы. Надеюсь, ну у нас задача Лига Европы это ну выйти либо в Лигу Чемпионов. Вообще ставим задачу выйти в Лигу Чемпионов, ну в двойку войти в группе в Лиге Чемпионов. Но Лига Европы тоже будет неплохой результат. Потом, ой, проскочил на мне, ну тут сразу контра Мбаппе. Ну он пробьет так чисто типа для статистики. А этот Ну, пацаны, пожалуйста, вот прибавки, ебать, прибавки, вот нет, 5600, и 5500 отнимает 2500. Это 2500 получается, да? Нет, 2500, нет, это получается 3. И вот, пошел. Что, я могу думать, ты гривенки просто купить? Что? Так, что-то надо не то слушать, вот, темпли подбор, выбор. А. Ну, как хочешь, но в Рыбаке настоящее это очень сильно. Накрываем. Хорошо. Да, Хорош, Субашич. Кидаю. Хорош, МВП. Алло. Что нам тяжело это делать? Ну, были моменты, и я думаю, еще будут моменты. Кайока, это Матюди собака такая. Хорош, Матюди нарушает, но... Эй, тягиваем. И туда, Бернардо Силва. Все спокойно, аут, 77-я, но 2-0. Бить! Бернардо Силва! Очень-очень-очень опасный момент. Снова близко. Снова близко, но снова не гол. Нам надо в атаку, Ну, блин, с ПСЖ надо выиграть. Хороший. Менди очень... перспективный защитник, вообще я очень Монако перспективная команда, и поэтому мы ее взяли. Не называйте нас ворами, мы не то чтобы прям болеем за эту команду, но мы просто очень нравится стиль команды, мы сами футболисты. Именно эту команду и выбрали, и мы хотим сделать из нее звездный клуб. Возвратить то Монако, которое было в те... года, когда они брали еще престижный трофей, а сейчас у нас атака здорово. Уходит Лемар от двоих, отдает.
там был шире, но ничего, Бакайока разворачивается между двумя. Бакайока. Очень близко, близко мы к победе были, но пока что ничья. Там забегает защитник. Брос. Дальше. И бить. Четыре момента откровенно забивны. Это уже не везение какое-то, это реально уже. Это уже какое-то не везение, если реально. Не знаю, может. Ой-ой-ой, будет обидно, конечно, проиграть на последний. Нет, так, ну. Ой-ой-ой-ой. Не везло, конечно, но. Спокойно. 0-0 неплохой результат. Видно. Посмотрите, удары. Два удара. 0 в створу ПСЖ. Ну, у нас 6 ударов, 1 в створу, ну, если честно. Там можно было больше. Бон, ты играешь? Он тут зашел. Сейчас Ютуб. Если честно, этот надо же отрекламировать. Добавить надо, у нас кто-то отдыхает. Ладно, кто-то сломался. Нас уже мы никто не смотрим. Нам оно не мешает, а оно может набрать весь мод. Бонда один из наиболее востребованных тренеров. Лиль. Хорошая команда, а потом сразу же Лига Чемпионов. Так, посмотрим, сколько у нас выбыл вообще. 5 дней спокойно. Это Фалькао, это все спокойно. Лиль, это очень хорошая команда, но мы дома. А, мы на выезде, очень близко. Сложный матч. Фалькао играет все в составе. Но мы выпустим, Фалькао, чтобы на Лигу Чемпионов были. Фалькао, привет. Да, чтобы на Лигу Чемпионов он был готов. Фалькао, привет. И в Бакайоку прибежим. Прозрачно можем шансы дать, Дек. Где? Поработать лишь. На саб 73. Да, Трауре дадим поработать. И, в принципе, дадим отдохнуть Джермерсу. Нет, у нас, конечно, сейчас не нацепили по стрюку. Да, все равно к нам брать, если просто. Да, купили бы какого-нибудь Канте. Очень интересный матч, хочу вам сказать, с Лилем на выезде, но, ребят, надеюсь, я... Ой-ой-ой, вышли неплохо, мы сразу взялись за линию мяча, вся команда, кроме Мбаппе, который может убежать, в принципе, не знаю, он это делал гораздо часто, ну, не так часто с ПСЖ, но он доказал это в предыдущих матчах, которые вы не видели. А теперь вот передача на Мбаппе. Чуть-чуть не хватает точности. Тут уже на их половине. Все, заставили ошибиться. На этой минуте. Яма. Откаты. Ой. Яма. Спокойно. Мбаппе! Здорово проходил, здорово. Умница, защитник, умница. Ничего, жалко, Маутиньо в возрасте чуть-чуть не хватает резкости, но человек работает посередине. И сегодня, надеюсь, поможет нам в этом сезоне. Пока что начало сезона не лучшее, но команда
приспособиться. И у нас задача, наверное, хотели бы мы попасть в тройку, но я так смотрю, будет тоже. Но мы постараемся вырваться где-то в пятерку. Это будет неплохой результат для нас. Мы не учитываем задачи клуба, так как они не понимают. Керман очень злой человек, честно говоря. Он не понимает сути вообще футбольной, поэтому он всегда хочет выше результатов, но не всегда это сложно. Не всегда это легко получается. А сейчас у нас опасный момент. Мбаппе. Лемар. Заставили выбить снова. Пока что закрепились на их в их штрафной. Мбаппе можно было кидать. Но Бакайока. А, это левый защитник, это тот, которому мы дали шанс, по-моему. А, нет, мы дали правому защитнику шанс. Ой-ой-ой, очень хорошо вышли из-под обороны. И стелится. Лемар. Откакивает. Хороший Мбаппе вынес. И, иди. Бернардо Силва, наш молодущий талант, входит в зону. И пенальти ставит. Чистейшая пенальти. Очень вот пенальти. И подходит бить. 1-0. 1-0 Баса забивает гол и выводит. Проход красивый, конечно, был. Да, очень-очень хорошо прошел Бернардо Силва. Я думаю, он бы там мог и стрелять, и сам бить. Да. Ну, в принципе, пенальти тоже подходит нам. Мы выиграем 1-0 с Вилли. На выезде это все-таки хорошо. На очень-очень тяжелый выезд в Вилли был, намечался. Пока что мы так таковой работы Лили на нашей половине не видим, хотя вот опасно. Сумашич мог быть автогол. Лемар опять отрабатывает на своей зоне. Угловой спокойно. Сумашич. Вот тут. Все правильно. И мы выходим, и снова передача на Бернардо Силву не проходит. Атака развивается стремительно у них. Сейчас они закрепились на нашей половине. Последняя 10 минутка после гола. Но защитники отрабатывают. На то они и защитники, чтобы защищать, поэтому все, в принципе, по-игротски. И вот Бернардо Силва может давать на Фабиньо. Фабиньо. Еще дальше, еще дальше. На Мбаппе. Мбаппе может. Эй, рефери. Перелом ноги. Да, атака. Я не понимаю, судьи. Очень глупое решение, потому что Монако выходила, в принципе, в атаку, которая могла завершиться каким-то опасным моментом. Ну ладно, главное здоровье, поэтому мы не против. Мбаппе не хватает чуть-чуть физухи, но он зарабатывает аут для команды. Подача. Хорошая подача. Второй пенальти там не могло. Эдер. А, в Лиле, да, Эдер играет. В принципе, я перепутал. Я говорю, что Брай. Но правый защитник, в принципе, для рейтинга 74. Очень даже ничего. Иди. Пойдет. Моменты есть, это уже хорошо. У нас наигранная есть. И вот она. Два человека. Лемар. Я думал, он пойдет. Лемар отработал сразу. Мбаппе опасно разворачивался на этой же. Все. Они не могут выйти.
не пошел. И вот ты скакал. Заберите, пожалуйста, ногу, ребята, они там, наверное, вам все замониторируют. Ага, вылетело. Замутнулся страшно. Да. Финты немножко от Мбаппе, который, напомню, в своих 12 играх забил больше 12 голов в настоящей жизни. А нас пока что он не настолько забивной, но очень-очень-очень полезный. Очень-очень-очень. Он даже запрессинговал, Эдер, человек, которому не нужно много моментов, он показал это с Португалией. Ой-ой-ой, Эдер мог черкать туда, и было бы очень-очень. Гениальные мысли у тебя откуда такие приходят, я не знаю, конечно, какой я все переживаю. Мбаппе, Хорошо, что не травма, он так упал на плечо. Рефери, ты долго будешь? Понимаю, ты поставил пенальти, если мне там как-то писать, надо следить. Ушел далеко, нет. Опа, все заставили опять выбивать, они не знают, что делать, психуют. Бернардо Силва. Хороший. Передача! Я не тому давал. Так. Хорош. Ой-ой-ой, прошла комбинация. Подсекал же, да? Да. Хорош, прошла комбинация сильнейшая просто. Скажи, пап, что я тебя спрашивал? Что там Никас? Ты что там сам ничего не говоришь? Ты типа дал ему трубку, типа, что он на меня обиделся? Он, ты типа дал трубку, типа, что он на меня обиделся, и не звони, и все. Ну скажи, ты вот он плохо себя чувствует, куда-то пошел. Так, да, пап, я его весь ни разу не спросил, ни разу с ним не поговорил. Каждый раз, когда я до больницы, каждый раз почти с тобой разговаривал, и с ним почти разговаривал. Да. Следующий матч Лиги Чемпионов, Ювентус, очень сложно будет. Сейчас надо будет замену сделать. Сделаем замену, чтобы на Лигу Чемпионов Мбаппе ставим. Хотя Мбаппе останется силой. Я думаю, надо выпустить этого правого защитника, пусть Бернардо Силва готовится. Ну и все, в принципе. А, ну и можно нападающего пучить в этом матче. Ой-ой-ой-ой. Ну, правый защитник отрабатывает. Плюс Лемар подключился. Опа. Пошла контра. Желтая карточка, считаю, чистейшая. Сорвалась с ним перспективная атака. Ну, нам это, честно говоря, на пользу. Мы больше приспособлены на контроле мяча. И вот 2-0. Атака просто. И вот человека выпустили, он с первым касанием забил. Первым касанием нас миллион людей смотрит. Таши, Траура. Ой-ой-ой, мы увидели. Хорошая передача. Исполнение Лиля. Мэнди. Ой-ой-ой, Лемар разбирается. Ну, рефери, мне показалось, был звучок в спину. Саутгемптон. Следующая игра у Лиля Саутгемптона. Хорошо. Все. Я считаю, что игра очень-очень достойная для Монако. Это сложная игра должна была. Потому что Лиль — это домашняя команда, которая очень часто делает. Ой-ой-ой, поперёк, а это уже махнет
опасным моментом, если Башич не спит и делает то, что должен делать. А вот... Да, если бы одно, да, хорошо было. А ты что Какая жаба вообще, папа? Какая жаба? Какой предательство вообще? Не смог сохранить их. Крайний хав. А тут мы не увидели. Но играет изящно в подкате. Центральный защитник богатого государства под названием Монако. И туда на Лемар. Очень. Достойный. Хорош. Фабиньо. И дальше. 3-0. Просто 3-0. В основе, потому что надо более обороняться с Юве. Он будет играть в основе вместе с Бакайоко. Где-то подключится, может, и в атаку. Ой-ой-ой-ой, Эдер. Хорошая подача от Эдера, но... Да. Победа, я считаю, заслуженная. 3-0. Сейчас матч с Юве будет очень-очень даже... Надо канал за трансляцию нужно снимать и ее выложить на мой канал. Ну да, все правильно. Чтоб люди смотрели, если же уже... Так, тут тренируется, я буду сейчас очень, скажем... Факао и Мбаппе будет играть в этом матче с первых минут. У Мбаппе уже 79, начинал он с 77, типа уже на 20. Сейчас соберусь играем, потом я тоже понаберу бать. Не, Юве сыграет, да мы сыграем. Юве сыграет в своей классической старой форме. Так, Маутиньо как раз уставший и выйдет, как мы говорили, Фабиньо. Хотя Фабиньо в такой же физической форме, но я думаю, он будет в этой игре более эффективным, потому что нужно обороняться, тем более на выезде. Это матч в Лиге Чемпионов мы открываем. Как начнешь, так ты продолжишь. И так и закончишь. Так, надо на удачу забить. Ладно, не получилось на удачу. Ну, значит, вратарь будет больше вратарей вести. Так. Потому что это в Турине матч. Ой-ой-ой, матч в Турине, блин, я случайно не был. Кнопка, ладно. Матч в Турине и газончик не такой, как во Франции. Здесь люди играют жестко, у нас во Франции более интеллигентный футбол, скажем так. Опа. Бакайока. Под напряжением. Под напряжением. Ну, молодые футболисты, Лига Чемпионов, это все понятно. Я думаю, что... Так каждый, когда слышит гимн Лиги Чемпионов, задумывается о чем-то, поэтому сейчас, ну, скажем так, немного отскакиваем, что Игуин попала не на тот угол, а голове мяч. Вот и ее раскатали, но Баша чего на Бернардо Силу, а Бернардо Силу пусть набирает на фланге. Откидывает Алессандро. Уходит между ними двумя. Шума. Как это я тебе папки 300 раз сказал? За кроссовки я тебе вообще дал, пап, ты не снял деньги, я тебе 10 раз сказал. Что ты начинаешь? Да спасибо, я всегда это говорю, пап, не капец, ты же вообще...
Я знаю, блин, пап, ты меня вот это одно, ну... Каждая игра ломает. Ничего не показывает, но это же первый момент и гол на это оставить. Раскатали так раскатали, но... Блин, я его сказал, какой брак, блин. Какой брак в команде. Надеюсь, они недолго. А это уже один из Дебала. Дебала, ну ничего страшного. Мы уже ради говорили, что считал. Да, пока что еще не такой не команда, но не и вот уже, а это уже все любит. Главный тренер. И на Россию уже пробивает главный угол, а сайт, ладно, просто. Первый, здесь ты штрафный тренерский поставил. Жаль. Держать вот. Команда на свою поддержку. Так. Ю-ю-ю-ка. Да ты. Это изящный пас, нормальный пас. Дебала открыл счет в этом матче. Мы не задумываемся о покупке в зимний трансфер хорошего нападающего полузащитника. Полузащитники мы уже, в принципе, присмотрели Канте. Человек, который может сыграть абсолютно в любом матче, и мы и в атакующем, и в, там, где нужно более в оборонительном. Человек сейчас, опа, снова опасный момент у туринской команды, но в этот раз закончилось все выше. Башиш начинает от ворот. Да, они, конечно, быстро перестраивается, это, конечно, видно уровень Лиги Чемпионов, а это уже забегание, ну, читается. Блин, не смог перехватить. Опа. Ой, хорошая передача, проходил. Мбаппе. Да ё-то, ай-яй-яй, давай, Мбаппе. Да? Просто прочитал? Я хотел набрать, я хотел почему вниз. Блять, потом то все мы с вами пошли, кто играли, блядь, я думаю, буду один, ну типа и там пиздец, а потом говорит, а вот я захожу, она мне типа поиграла, типа позвала все. Нашел пункт и начал плакать. Первый тайм очень напряженный. Но на. Дебала показал, что ему много моментов не надо, но были опасные моменты у нас. Откровенно там 100% их не было, но мы заходим в их штрафную, у них есть ошибки, поэтому можно играть, можно создавать. Чуть-чуть надо собраться. Что мы сейчас и сделаем? Выйдет, если что, за Жао Маутини еще. А Бакайока перехватывает, но некому подобрать этот мяч. Угою. Хорош, Субашич. Субашич. Подача. Центральный защитник набирает, но дальше идет. Бернардо Силва.
Ай, да, на весы вообще не то хотел взять, хотел взять бегатов спин. Пока. Мами! БП! Мами! Опаснейший момент. Вы что, теперь его не Мы выиграли только что 3-0 вообще в Лиле. У Лиле. Ну что? А у Ювентуса, у Лиле, слышишь? Ну Ювентусом сложно? Ну вообще. Ой-ой-ой-ой, опаснейший момент. Так, обороняться уже хорош. Башечий, будем играть в атакующий просто пока что. Атакующий. Хорош. Тихо. Ой-ой-ой, собачий, что он творит сегодня? Отскочили, как отскочили. Бернардо Силва. За него Бакайока. Очень. Атака. Лемар. Мбаппе. Опасный момент. Я вам больше не дам, блядь. Так, выйдет вместо Фабиньо Маутиньо. Все время молодой и перспективный, а больше не эта замена. Подача. Подача. Фалькао дорабатывает сегодня даже. Ой-ой-ой. Маутинья, Жао Маутинья. Какой шоковый обрезка. Хорош. Фалькао. Выход Вицнавич. Фалькао 1-1. Выход Вицнавич использует. Хорош. Ты шо? Это вам зло, сейчас. Хороший, ты шо, мы разыграли сегодня? Ну, ты сам, ну, магистр дороже, чем мне стоит? Одинаково. А что, Адидас, да, самый дорогой? Нет, Найки дороже. Ну, Найки самые дорогие, это они дороже, чем Адидас. Еще, у нас есть еще время есть. А, ну, Найки тоже есть, там разные лимитированные. Ой, давал пас, нажал уже, но... Мы не сдаемся и очень перспективно даже. А сейчас потерялись немного. Мбаппе, отклик или нет? Мбаппе работает на поле, на все 200% выкладывает этот человек. Но Фалькао просто за счет опыта ему не надо. Передача роскошная проходит. Нажал Маутиньо, останавливает. Да, хорош на Лемар. Иди, забирай. И дай, Фалькао. Пошел, Фалькао. Ой. Хорош. Ой. Шла передача на третьего. Ой, хорош. Опа! Ой-ой-ой! Хорош! Быстро среагировал. Дай, под тебя. Ой-ой-ой. Блядь, это что хотим сделать? Ой-ой-ой, что проходило? Там такая просто. Ой-ой-ой-ой-ой, Киелини. Выход 4-2. 4-2, эгоин. Эгоин. Отличная. Кровенно повезло. Сейчас. Эй. Давай, пока там у них нету никого. Yes.
1-1 отличный результат для первого матча. Туринский выезд. Ты играешь, Ван? Да, блядь, давай. Либо, подожди, ты... Это, давай, короче, остановим уже на сегодня показ. Будем играть.